Сегодня я купил таблетки шипучие Донормил. В каждой таблетке содержится 15 мг доксиламину сукцинату. Это снотворные таблетки, торговая марка Упсан, Франция. Застосовывают за 30 хвилин до сну. Так, открываем. Так, смотрим. Стоит 160 гривен. 160 гривен это где-то 4 доллара. Обычные таблетки такие шипучие. Инструкцию смотрим. Так, лекарственные таблетки. Основные функции. Ластивицы цилиндричной области. Плоские были таблетки, рисковые для подела, рощин ты уводил, утворит шипучий рощин, шипучая реакция. Вот так вот, можно пол таблетки. Ну что ж, будем использовать.